Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие бобручане, сердечно поздравляю вас с праздником, который подарил нам мир, счастье и благополучие. С Днем Великой Победы! Сколько бы лет не отделяло нас от победного мая 1945 года, он навсегда останется символом героизма и беззаветной любви к Родине. Благодаря самоотверженности и безграничной силе духа наш народ в самой страшной войне отстоял свою свободу и независимость. Суровые итоги войны и сегодня наполняют наши сердца болью и горечью, но одновременно глубокой благодарностью за великий подвиг и мужество. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, доблестно сражались за Родину. С особой теплотой я обращаюсь к нашим ветеранам, труженикам тыла, блокадникам, всем, кто пережил страшные военные годы, каждый день приближая великую победу. Земной вам поклон за все, что вы сделали для фронта, для победы, для восстановления и развития страны, укрепления ее независимости, для благополучной и мирной жизни грядущих поколений. Достойно пройдя дорогами войны, преодолев все выпавшие на вашу долю невзгоды, беды и лишения, вы оставили потомкам ценнейшее наследство, память о своих великих деяниях и веру в безграничные силы нашего народа. Вам мы обязаны всем, жизнью, свободой, счастьем наших детей. Мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное время. Вечная память героям, и пусть никто не будет забыт, и ничто не будет забыто. Время летит быстро, но память о Великой Отечественной войне никогда не станет для нас просто историей. Великая победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа – это исторический долг перед прошлым и будущим. От всей души желаю вам, дорогие ветераны, здоровья, счастья, мира и добра. С праздником, дорогие ветераны!